Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Готовность к отопительному сезону в Черкесске составляет более 96%. Остались последние штрихи. Из Карачаево-Черкесии в ЛНР и ДНР отправилось 20 тонн питьевой воды для 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Амина Кабалова из аула Карапага Абазинского района выиграла грант в конкурсе «Росмолодежи». И делегация Карачаево-Черкесии принимает участие в международном молодежном форуме «Каспий-2022». А теперь подробно об этих и других темах. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел совещание по вопросам реализации приоритетных национальных проектов. Члены правительства доложили о текущем состоянии объектов и мероприятий, а также о сроках сдачи. Более подробно остановились на нюансах, требующих дополнительных совместных решений на уровне субъекта и федеральных профильных министерств. По словам Рашида Тимрезова, социальные и инфраструктурные объекты, которые планировали завершить к 1 сентября, завершены, остальные введут в эксплуатацию, обозначенные в договоре. Сроки. Глава республики еще раз акцентировал внимание коллег на качестве выполнения запланированных мероприятий, строительных и ремонтных работ. Кроме того, необходимо находиться в постоянном контакте с местными администрациями и местными жителями. К примеру, объекты по благоустройству территории обязательно должны координироваться с пожеланиями граждан, отметил руководитель субъекта. Рашид Тимрезов также дал поручение членам правительства обратить внимание на качественную составляющую использования построенных объектов, спорткомплексов, сельских домов культуры и других. Для каждого социального учреждения, для всех возрастов и категорий граждан необходимо разработать планы мероприятий и ожидаемые результаты. Сейчас работа ведется по всем 12 нацпроектам в рамках 45 региональных проектов. Готовность к отопительному сезону в Черкесске составляет более 96%. Промывка систем отопления произведена в 90% многоквартирных домах республиканской столицы. Всего в городе 576 многоквартирных домов. Готовность объектов соцкультбыта и образования 100%. На случай чрезвычайных ситуаций на всех предприятиях ЖКХ сформированы аварийные бригады, разработаны мероприятия, предусматривающие порядок совместных действий различных служб. Намеченные мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Все вышеуказанные работы обеспечат устойчивое прохождение пика зимних нагрузок в предстоящий отопительный период. Депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии, президент Международного объединения Алашара Муса Экзеков провел в Красном Востоке встречу с жителями республики, на которой были подняты вопросы перспектив населенного пункта. Отмечено, что несмотря на положительные сдвиги в развитии села, достигнутые за последние годы в большей степени благодаря усилиям Мусы Экзекова, здесь по-прежнему остро стоит вопрос с обеспечением занятости населения. Но уже в ближайшие месяцы в селе появится не менее 200 новых рабочих мест. На встрече с односельчанами Муса Хабалевич объявил о договоренности с учредителем компании «ВН Текстильпром» открыть в Красном Востоке швейный цех. Это предприятие, специализирующееся на производстве вещевого имущества и обмундирования для вооруженных сил, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и других ведомств страны. Открытие производственного цеха позволит обеспечить работой 200 человек, а в перспективе это число удвоится, поскольку планируется, что предприятие будет работать в две смены. Ориентировочная зарплата рабочих 42 тысячи рублей в месяц, при том, что для них будут созданы комфортные условия труда, включая новейшее оборудование, обучение работников, организацию работы столовой и многое другое. Под производство отдадут здание бывшего обувного цеха, которое ранее было выкуплено Мусой Экзековым. Сейчас там идут ремонтные работы, которые планируется завершить до 1 ноября текущего года. Из Карачаево-Черкесии в ДНР и ЛНР отправилось 20 тонн питьевой воды для 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Инициатором отправки очередного груза стали сенаторы из Республики Крым Казаноков и его коллега Виктор Бондарев. А всего это уже 42-я отправка из нашей республики. Так жители Карачаево-Черкесии и предприятия региона
направили свыше 550 тонн продуктов первой необходимости. Ранее на Донбасс также было отправлено более 60 тонн груза с дровами. Кроме того, в рамках всероссийской акции «Единая Россия» при поддержке депутата Госдумы Джашарбека Узденова и вице-спикера парламента Карачаево-Черкесии Мусы Экзекова на Донбасс было отправлено 200 школьных наборов для первоклассников. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге межмуниципального значения Черкесский исправная сторожевая на въезде в аул Беслени-Хабирского района установлен аппаратно-программный комплекс автоматического весогабаритного контроля. С 1 сентября по 1 декабря он работает в тестовом режиме. По истечении этого срока комплекс начнет работу в штатном режиме. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября текущего года, рассказывает руководитель Центра инноваций и социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап, и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями, это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. Образование, воспитание детей, это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станут федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. Как мы уже сообщали, по всей республике прошел марафон открытия 26 центров образования «Точка роста» в 11 муниципальных районах и городах Карачаево-Черкесии. Теперь в регионе в общей сложности функционируют 113 центров «Точка роста», а к 2024 году они будут открыты практически во всех сельских школах. Центры образования, естественно, научной и технологической направленности «Точка роста» созданы на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Точки роста помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки. Они оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологий, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. На базе вновь открытых центров «Точка роста» проведены экскурсии, продемонстрированы новые возможности центров для школьной программы, проведены мастер-классы педагогов. А в ауле Хабез в следующем году начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующее здание признали аварийным. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в рамках открытого чата с жителями республики в своем телеграм-канале. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кедова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все это будет соответствовать именно новым стандартам. Строительство начнется в начале 2023 года, и к концу 2024 года у нас будет новое здание, и все оборудования тоже будут, соответственно, именно вот к этому сроку. Мобильный комплекс, заменяющий собой полноценный кабинет офтальмолога, готов в любую минуту выехать в любую точку Абазинского района. В нем есть все, чтобы провести полноценный осмотр зрения и получить квалифицированное заключение специалиста. Он уже показал свою эффективность во время акции «Поезд здоровья», через которую прошло несколько сотен пациентов из всех районов республики. Благодаря таким передвижным комплексам квалифицированная медпомощь доступна теперь даже в самых труднодоступных уголках республики. Информацию комментирует врач-офтальмолог Гарасим Джумаев. Здесь все, что есть в обычном кабинете у доктора, у офтальмолога, здесь все это есть. То есть здесь я могу полноценно обследовать пациента, диагностику проводить. В частности,
Пожалуйста, вот у нас есть аппарат для измерения внутриглазного давления. Здесь вот у нас есть офтальмоскоп. И без чего не обходится ни один кабинет, ни один офтальмолог. Это набор пробных линз для подбора очков. Одним словом, у нас здесь все есть, все необходимое для полноценной работы врача-офтальмолога. В Северокавказском институте, филиале Российской академии народного хозяйства и гражданской службы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» продолжается бесплатное обучение граждан по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Уже прошли обучение более 400 граждан. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям, сообщил директор Северокавказского института филиала РАНХГИС Азамат Тлисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышения квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Амина Кабалова из аула Карапага Абазинского района выиграла грант в конкурсе Росмолодежи. Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в текущем году. Всего на конкурс поступило 4561 заявка. 295 проектов из 68 субъектов России получат гранты на сумму более 26 миллионов рублей. В числе победителей наш волонтер, ученица Центра образования имени Ардзинбаула Карапага Амина Кабалова. Она получит 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Прописи на родном абазинском языке». Проект направлен на обучение воспитанников детских дошкольных учреждений родному языку. Студентка Карачаево-Черкесского государственного университета, представитель республики в Совете обучающихся при Министерстве науки и высшего образования России Эльвира Агабекова приняла участие в форуме студенческого самоуправления, который прошел в Ростове-на-Дону. В мероприятии участвовали представители молодежных движений России, Донецкой и Луганской народных республик, члены Президиума Совета обучающихся при Минобрнауки страны и победители Всероссийского конкурса на лучшую практику студенческого самоуправления. В течение трех дней они обсуждали совместные проекты, роль современного студента в государственной молодежной политике и развитие деятельности органов студенческого самоуправления. Делегация Карачаево-Черкесии принимает участие в международном молодежном форуме «Каспий-2022», который проходит в эти дни в Дагестане. Республику представляют 16 активных молодых людей. Форум направлен на развитие деятельности органов студенческого самоуправления, патриотическое воспитание молодежи, а также повышение конкурентоспособности и разработку новых моделей работы с молодежью. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В горах местами плюс 16-21. В Черкесске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 29. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нерова.